Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Я думала, Карел конфисковала эту ларму. Ламу. Что-что? Ну, и какая разница? Компологоловые не вышвырнули ее, а теперь мы без связи. Обещаю, мы все починим, скоро. Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает. Да, как же. Эй, это обидно. Сказать, что обидно, Квилл. Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана. Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, у меня знакомы на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекернова за полцены. Не бросим же мы дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Дракс. Может, это просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Карел, выплатим штраф. Квилл, ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть Нова, когда пойдем на следующее дело. Да, если это дело будет. Похоже, Груту удалось приструнить эту зубастую тварь. Пусть только попробует вернуться и продолжить грызть мой корабль! Ясно? Отцепись от меня, Квилл. Я занят. Эй, Грут! Эта тварь не пытается там что-нибудь сожрать? Я есть Грут. Хорошо, пусть так и будет. А то, может, это ее привычная пища. Я есть Грут. Ага, в зоне прям пиршество для любителей есть провода. Это все убийца. Что я натворила? Дверца холодильника была открыта. Это Гамора. Или это выродок? Это ракета. Что такое хмурый? Вовсе нет. Дракс, ладно тебе. У тебя же на лице все написано. Сколько раз зверю говорил, мое лицо не для... Дракс. Ну, в чем дело? Я понял, что мои знания недостаточно обширны. Наше посещение Секнарфа-9 прошло не так. И леди Хеллбендер не великанша? Оказалось, что так. Но это не все, Питер Квилл. По пути к крепости я понял, что многие мои выводы об этой команде также были ошибочными. Правда? Убийца и грызун. Без них и древо на нашей стороне. Мы были бы мертвы сейчас. Я ведь говорил, их прошлое не делает их плохими, Дракс. Жизнь — это сложная штука. Все всегда сложно. На Катате просто. У меня была семья и мой прямой путь, которого больше нет. Ты снова найдешь его. Просто подожди. Ракета, сможешь заодно разобраться с холодильником? Не до холодильника. Сейчас есть дела поважнее. Я есть Грут. О, класс. Ты сделал загончик. Я есть Грут. Ты же не хотела лишить нас связи. Выглядит прочным. А ей тут будет хорошо? Я есть Грут.
Гамора, ты нашла? Это куклы? Да. Нет. Неважно. Надежда Халы в системе Таю. Координаты на консоли. Ну, а чего ты закрыла экран? Не твое дело. Неужели? Кажется, ты пытаешься от нас что-то скрыть. Да, так и есть. Не хочу расстраивать, но я все видел. Никогда бы не подумал, что ты собираешь кукол. И да, мне жизнь дорога. Питер, я тебя не убью за вопрос о моей коллекции. Отлично, ведь в прошлый раз... Да, я их коллекционирую. У многих есть хобби. Грут собирает растения, а Ракета любит бомбы. Да, да, а у Дракса полно очень страшных ножей. Вот, ничего необычного. Пожалуй. Знаешь, в детстве я тоже много чего собирал. Бейсбольные карточки, фигурки... То есть это занятие для детей? Нет, 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 я не об этом. Да шучу я, Питер. Плевать мне, что ты думаешь, но я не хочу обсуждать свои хобби. Время уходит, Питер. Ну ладно, Карел, готовься к сюрпризу. Карел, наверное, следит за нами, ждет, какой выбор мы сделаем. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль вожу. Какая его часть? Спроси Квилла. Это он бьется обо всем подряд. Ладно, идем заплатим. Кстати, Гамора, ты знаешь станции корпуса Нова? У них есть туалеты? Туалет есть и здесь. Наш туалет для его роста слишком мал. Пусть пригнется. Выплатим штраф. Я есть Грут. Даже Грут понимает, что ты здесь ради десерта. Я есть Грут? Это не станция в виде скалы, это скала в виде станции. Для протокола. Это все ошибка, и я не хочу здесь находиться. Давай, кто пошлет нафиг больше офицеров, прежде чем нас заметут. Я не в настроении. Ну ладно, я думал, ты захочешь. Вспоминается момент, когда я сдался властям. И что-то чувствовал? Свободу. Что-то мне подсказывает, что мы здесь надолго не задержимся. Зависит от того, намерен ли ты спариваться с Коралл. Ты раньше бывала на скале? Да, она как все станции корпуса Нова. И как, сможешь тут сориентироваться? Незачем. Тебя либо ведут, либо ты ждешь у стойки регистрации. Ну что, вперед! Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал. А где все?
Большинство станций Нова автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выбора. М-класс, корабль Милана. Перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенный билет в стойку. Расслабься, ракета. Это стандартная процедура. Надеюсь. Это не первый мой штраф в корпусе Нова. Как и твой. Но плачу я впервые. Знал, что надо было остаться на борту. Ты идешь? Да, да. Знаете, а тут действительно как-то немноголюдно. Супер. Чем меньше копов на пути, тем лучше. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я есть Грут. Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может, попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса Нова? Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Хочешь пить, да? Кажется, эта машина не работает. Может, закончился нужный вкус? Я есть Крут? Ага, техника Нова не особо сильна. Может, нужно дождаться своей очереди? Гляньте. Монитор показывает 9 человек впереди, но здесь никого. Эй, Дракс, купишь мне баночку звездной мощи? Да, закрыто. Проверяешь меня? Следует выплатить штраф, а не увеличивать его. Мне это не нравится. Давайте все же откроем эту дверь. Ну, я ее взломаю. Но панель там, а мы все здесь. Так, ракета, проверь, ведет ли воздуховод в ту комнату. И будь осторожен. Знаешь, мне все еще не нравится этот план. Но возможность поковыряться в технике корпуса Нова – неплохой утешительный приз. Что-то странное в системе питания. Работает только резервно. Вот тебе схема. Ты все знаешь. Скажи, где переключить. Запитать можно несколько мест одновременно. Понял. Смотри и учись. Вот и дверь. Не та дверь. Эй, тут туалет. Никому не надо. Мне надо, только подальше отсюда. Сейчас разберемся. Не хочу думать, сколько чудовищ придется продать, чтобы расплатиться. Мы на виду у камер наблюдения, но нас не задержат. Что ты творишь, Питер? Прости, прости. Из меня плохой электрик. Эй, типа, уже что-то. Эти двери нужны больше энергии. Выбери, восхищайся. Вуаля! Чего, ля? Ну, типа, та-дам! Яснее не стало. Дверь открыта. Так бы сразу и сказал. Тут подозрительно тихо. Верно. Эй, Нова! Мы хотим выплатить штраф и избавиться от вашего мягкого... Эй! Бедный малыш. Это вещь. Твое сочувствие неуместно. Эй, есть и я наполовину вещь. Мы просто проигнорируем его вопли? Нам не до чужих проблем. Своих хватает. Но хоть в этом мы согласны. Это место навевает воспоминания. Ты служил в корпусе Нова, Питер Квилл? Чё? Эй, нет. Я здесь! Но был на опознании. Раз, два. Привет. Ты, в костюмчике, вытащи меня отсюда. Мне здесь не место. Слышь, ты землянин. Я тоже. Нужно помогать друг другу. Ты знаешь, что здесь происходит? Да нет.
Был переполох. Разговор о какой-то матери, и все ушли. Карел, ты видел Центуриона или девочку Кри? Это все, что я знаю. Я помог вам, помогите мне. Найдите запорный механизм. 1, 2, 3, 4. Нет. О, эй, что вы сделали? Куда меня? Что это? А если вот так? Привет, приятель! Эй! Теперь ты куда? У меня есть права! Что ты делаешь? Я подумал, раз уж мы все равно здесь торчим, почему бы не покопаться в секретах Нова? Может, у них даже есть что-то на Гамору? А, вряд ли. Чего? Ничего. Мы здесь, чтобы выплатить штраф! Что ты делаешь? Я себя ощущаю, словно в доме с привидением. И ты при этом не хочешь сбежать? Переведем юниты, как обычные граждане. Вряд ли у нас это получится. Я проверила терминал в код. Черт! Ладно, ерунда. Нет, испугался. Это что? Броня Центуриона! Ага. Не стесняйся, Квилл, примерь. Настоящему воину броня не нужна. Правда? Можно примерить? Ха! Если хочешь растечься лужей слизи, они генетически закодированы миросознанием. Хочешь сказать, у миросознания есть генетический код всех Центурионов Нова? Ага. И жуки пытались использовать это против них в войне. Но этот суперкомпьютер не взломать. Поверь, я пытался. Вроде это единственный путь вперед. Ты слепой? Неудивительно, что дверь включилась. Так, надеюсь, удержится. А почему тут отдельная комната? Это мастерская. Знаешь, говорят, они покрывают их каким-то умным ксандрианским металлом. Металл не бывает умным. По мне, некоторые. Как думаешь, сколько за такой костюмчик отвалят на черном рынке? Даже не думай об этом. Ты не собираешь? Я просто спросил. Да иду уже, вас ты неугомонный. Вот, держи. Так что там насчет оплаты? Опять пусто. Должно быть какое-то объяснение. Слышал того парня? Они ушли, и нам пора. Он также сказал что-то про Карел. Он говорил о матери. У всех есть матери, Вилл. Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? Я есть Грут. А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Ладно. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно. Еще одна комната. Не две, одна. Заперта, обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал о них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием.
Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловок сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. Не. Ищем дальше. Либо пытаемся дать дёру с этой жутковатой станции. Дверь заперта, забыл? Заперта отпирается, Гамора, поверь мне. Бомбы не в счет. А тот лифт, интересно, куда он едет? Вниз. Можно и вниз. Эй, а как же еще одна комната? Сам знаешь, дверь сломана. Уверен, мы уже близко. Хвост, ты в чем уверен? Почти уверен. Мы же слышали. Вон они! Кажется, где. Что-то не так. О, блядь. Бесчестно. Блядь! Это мятеж. Это была казнь. Чтобы копы убивали друг друга? Будем осторожны, пока не поймем, что происходит. И кто победил? Пригнитесь и следуйте за мной. С ними что-то не так. Вон. Они светятся. Можно предположить, что они плохие. Зададим их! Внимание! Очевидно, они нас не ждали. Ты знаешь, что делать, Гамора? Как нож в масло! Даже посмотри, не сквитер! Так, 112 часов! При чем тут время? Там! Убей! Быстро! Да, так информативнее! Критики должны сгинуть! Покажи, что умеешь! Мой выход, ракета!
они набросились на свои... Мы поймали их под пущенными станицами! Но не полностью, отец! Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль Карел в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем Карел, а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть Грут! Да ладно. Что за шутки, Карел? Иди в стражи, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг! Я предпочту план Грызуна. Мы попытались. Найти нарушителей, не дать сбежать. Как всезнающее миросознание не предвидело такого? Это же компьютер, а не бог. Думаю, это хрен... Ракета, ну хватит! Да хватит! Говорил же, надо уходить! Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке! И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Нарушители в отсеке! От этого денька ждал совсем иного. Эй, ты сказал нам наверх, да? Еще выше. Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Хоть раз давайте не будем соваться. Эй, мы пройдем здесь. Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать... Блядь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того, не похож он на Нова. Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа. Нет проблемы. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь?
Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Приятно видеть, что ты слушаешь. Нельзя видеть, как слушают. Не зли меня, крепыш. Ты пока... Ракета, взломаешь? Я разберусь с дверью. Смерть неверная! Смерть неверная! Один шизик из корпуса нового готов! А как еще? Бить в них здравый смысл! Может, вернётесь к своим молитвам? Наши шансы не равны! Мы бесплавен! Надеюсь, они не нашли Милану! Если найдут, повиноват будет Швейн! А как еще? Бить в них здравый смысл! Уворачиваемся от мин! Это ради уши! Ты теперь каждый раз будешь во мне сомневаться? Да я не... Есть! Пошли! Я не сомневался, я просто... Двери забаррикадированы. Хоть кто-то пытался сопротивляться. Это им не помогло. Мы этого не знаем. Кто-то мог остаться на станции. А может, это были те, кто сбежал на Надежде Халы. А мы же сами все видели! Это... Притворимся, что не видели. Ну так пошли уже, что ли? Следующая остановка — ангар. И какой наш стыковочный номер? R-73-4PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк! Нет, неправда. Вот он где, мой хороший. 4PL. Так. Вот так. Все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Что там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Ладно, захваты. Чур не умирать. Всем верным собраться в центральном ангаре. Им не избежать с этим отрядом. Займись захватами, Питер! Мы тебя прикроем! Драк, не подпускай Питеру! Порядок! Порядок! Как думаете, они могут отойти? Благодарю, они не слишком свободны! Истинный корпус слова не пал бы так легко! Хотя бы нет центурионов! И еще один! Да! Я включил систему Милану! Где мой музон? Есть моя мягкая чувствительная музыка! Подкрепление! Как там дела, ракета? Зазрительно все на захватах!
бы предпочел Казатиан! Двигатели прогрели, сиденья нагрели! Мой корабль! Под контролем! Аккуратней! Ты меня это сделаешь!